Я Филипп Романов, астроном-любитель, автор и соавтор научной статьи по астрономии, опубликованных в научных журналах, участник онлайн с собственными докладами нескольких международных научных конференций по астрономии, в том числе Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза в 2022 году, первооткрыватель различных астрономических объектов, в том числе 4 астероидов, которые получили свои имена. Мне удалось обнаружить околоземной астероид. На фотографиях, полученных 26 августа 2024 года на удаленном телескопе, который находится в Австралии, и 28 августа 2024 года в соответствующем электронном циркуляре центра малых планет, этому околоземному астероиду было присвоено предварительное обозначение 2024 QS. Пока предложить имя для этого астероида нельзя, потому что он еще не получил постоянное обозначение, то есть номер, для чего требуются дополнительные наблюдения, на что могут уйти годы. Добавлю, что астрономы-любители редко обнаруживают околоземные астероиды, потому что в основном их находят автоматические обзоры неба. И отмечу, что обнаружение этого околоземного астероида – это соответствующий вклад в науку, в общее количество известных околоземных астероидов. Я хочу и могу приносить пользу науке своими астрономическими открытиями и наблюдениями, и я планирую получить образование на астронома в университете в ближайшем будущем.